После проверки связи вы по этой связи снимите свои медпараметры. Сергей, сюда, пожалуйста. Лично. Спасибо. Какие у тебя будут прогнозы? Корабль примерил свой экипаж. Экипаж подходит к кораблю. It's beautiful. Beautiful and comfortable. And it's exciting to be at this stage. Принято. Разрешите ручное движение РПК. Товарищ председатель экзаменационной комиссии, основной экипаж транспортного пилотируемого корабля МС-22 для проведения экзаменационной тренировки. Конечно, мы студенты, практически постоянные. Перед первым полетом Дмитрий и Фрэнк скажут, что также очень длинная, напряженная тренировка, требующая постоянно держать себя в тонусе. Поэтому космонавтам всегда надо учиться, и мы, в принципе, к этому готовы, поддерживаем свой тонус. Для того, чтобы доказывать каждый раз, что мы готовы и можем выполнять полет в космос. Крестные полеты нужны космонавтике, международной космонавтике, в этих полетах, поэтому мы были к этому готовы. Фрэнк очень хорошо влился в наш экипаж, в наш коллектив. Мы сейчас работаем на одной волне, очень хорошо друг друга понимаем, взаимодействуем. Во время подготовки, и мы профессионалы своего дела, поэтому у нас очень прекрасные взаимоотношения в экипаже, мы будем друг другу помогать, работать будем как на российском, так на американском сегменте, это наш общий космический дом, поэтому нам его и сохранять все вместе. Мы будем, дружить и дальше в космосе. Экспедиция спланирована достаточно интересно, очень много событий предстоит за эти полгода, поэтому ожидания у нас очень большие, мы настроены на работу. Я думаю, что у нас очень прекрасный экипаж, и мы готовы к этой работе.
Есть эксперименты, где не требуется практически участие экипажа, есть эксперименты, где самое непосредственное участие экипаж принимает с работой научной аппаратуры, с выставлением ее на поверхность станции. То есть, например, на меня один из самых, я считаю, интересных экспериментов, где отвечать в космосе будет, это как первая ступенька к началу печатания различных элементов из различных материалов в космосе. Традиции под флагами здесь фотографироваться. Так, основной экипаж, пожалуйста.